Если проанализировать крутых предпринимателей, у которых по-настоящему большие результаты, то у кого-то ты видишь, что они рано просыпаются, там все делают, там срок у них там супер, день расписан, там и все по полочкам. У других же ты видишь, что они наоборот любят там задержаться ночью, там любят попозже проснуться, любят вообще утром ничего не делать. То есть очень много очень разных ритмов, и здесь, конечно же, очень важно найти что-то, что подходит именно тебе. То есть и это может противоречить тому, что написано в книгах по успеху, но если ты чувствуешь, что у тебя энергия от этого больше, радость жизни больше, ну, тебе вообще приятнее жить и приятнее творить, то и результаты будут больше, когда ты больше себя принимаешь. Поэтому посмотрите, что подходит именно вам, и делайте именно это, несмотря ни на кого.